Здравствуйте. Меня зовут Иван Савин, Базальт СПО Саратов. Называется Альтератор-менеджер. Альтератор-менеджер — это модульный сервис с интерфейсом на DBus. Его функционал реализуется в модулях, а интерфейс описывается в конфигурационных файлах. Он был задуман как универсальный бэкэнд для инструментов управления и настройки операционной системы. Сервис может работать в двух режимах — обычном и пользовательском. В обычном — это с привилегиями рута, и имя на DBus регистрируется на системной шине, а в пользовательском — без привилегий рута, и имя регистрируется на сессионной шине. После запуска происходит загрузка конфигурационных файлов и загружаемых модулей. Конфигурационные файлы — это иноподобные кей-файлы, чье расширение должно быть бэкэнд для обычного режима и юзер-бэкэнд для пользовательского. На основе этих файлов формируется интроспекция для DBus и дефолты для AppleKit, если сервис работает с привилегиями суперпользователя. Пример конфигурационного файла. В первой секции обязательной указывается имя модуля, который будет обрабатывать запросы с DBus, имя объекта DBus, имя интерфейса и лимит тредов — это сколько методов этого интерфейса сможет выполняться одновременно. Также из имени интерфейса формируется дефолтный action ID для AppleKit. В остальных секциях описываются методы интерфейса. Каждая секция — это метод, имя секции — имя метода. В каждой секции обязательное поле — это только execute, где указывается башовая строка, которая и будет выполняться. Если методу нужны параметры, они, их имена указываются в фигурных скобках. С помощью остальных полей можно задать, чтобы метод возвращал вывод из std::out в виде массива строк или в виде массива байт, вывод ошибок в виде массива строк. Можно ограничить эти массивы, можно задать, чтобы метод возвращал вывод построчно с помощью сигналов. Можно задать лимит тредов, это сколько экземпляров метода сможет выполняться одновременно, и указать action ID для AppleKit. Так описывается интерфейс. Вот пример использования, то есть модуль указан executor, объект DBus example, interface name example и два метода hexdump и ls. Hexdump выполняет hexdump минус c большая с параметром, возвращает массив строк, а ls выполняет ls минус all с параметром и возвращает массив байт. После запуска сервиса на системной шине появляется имя rubbasalt-alterator и появляется на нем объект rubbasalt-alterator example с таким же интерфейсом и на нем два метода, которые можно выполнить и, соответственно, получить. Это пример ls, который вернул из std::out вывод в виде массива байт, и hexdump в виде массива строк. Также там еще есть объект корневой, для которого не создаются конфигурационные файлы. В нем один интерфейс, менеджер, в котором содержатся методы для работы с объектами альтератора на DBus. С помощью них можно получить список интерфейсов объекта, список объектов, содержащих какой-либо конкретный интерфейс или имя сигнала метода. Ну и пример вызова такого метода. В примере только один интерфейс в объекте, поэтому тут массив вернулся с одним элементом. А это адреса, по которым вы можете посмотреть код. Все. Вопросы? Да, я вот тоже подумал, спасибо. Я что, опять первый, да? Да. Иван, правильно или нет? Да, Иван. Иван, извини, что я тогда плохо вижу, невнимательно слушаю, но все-таки постараюсь спросить. Значит, смотри, ты, ну, можно открыть снова этот модуль, да? У меня, конечно, к нему вопросы. Да, значит, я понимаю, что всю логику нужно выносить в скрипты, да, потому что execute только есть, да? В execute записывается башовая строка. Ну, да, и, ну, прям большую строку сюда писать совсем неудобно. И, значит, второе замечание, ну, просто по синтаксису, да, нельзя ли было выбрать просто язык высокого уровня какого-то, где можно описать этот объект более удобным образом, и тогда, возможно, часть логики можно будет тоже на этом языке писать, ну и потом уж система вызвать внешний скрипт, если это нужно. Более удобным образом это и не файл. Погодите, погодите. Да нет же. Погодите, там не язык, это просто имя утилиты, как в SUDA. Да. Это,
Я понимаю, так. Почему вы не хотите, чтобы это, в этом месте был там, ну, условный питон какой-то, да? Встраивать язык внутрь птичного приложения как интерпретатор? Ну, что-то как-то не очень хотелось. Можно подумать. Ну, вообще говоря... Давайте подумаем, потому что... Подожди, а можно я еще добавлю? Это модуль, который придуман как средство, позволяющее заменить любой shell. Да. Ну, экзекьютор он называется. Это... С точки зрения архитектуры самого менеджера, да. Сошку, которая будет добавлять Python, я, кстати, у себя вот приводил в примерах, можно написать. Можно сделать другой модуль, который позволит сделать эту задачу. То есть у тебя в этом случае в менеджере будет указано module name. Смотри, нет. Я более простую вещь пытаюсь сказать. Вот этот синтез, мы сейчас конструируем объект с какими-то свойствами. Вот на этом ужасе. Это нормально? Я не понимаю, какой объект ты конструируешь. Я конструирую объект, который выполняет hexdump и возвращает результат в таком-то формате, и у него есть какие-то ограничения на что там, на выход или на вход и так далее. То есть я описываю объект в данном случае. А вот если на YAML это переписать, просто красивее же будет? Ну, только красивее, а смысла… Ну, структурированность появится какая-то. Может быть, и так сойдет. Потому что тащить действительно питон сюда, вот я любитель питона, но вот, а вдруг система без питона будет вообще, почему нет? Ну, мы, в общем, контролируем систему, но я не знаю, мне кажется, что мы тогда можем много, не знаю, вот вычислить, вот почему там стоит константа, да, там 7, чего это, миллионов, может быть, я сюда удобно будет какое-нибудь вычисление вставить, вот именно в данном конкретном случае. Ну, тьюринг полную штуку, вот прям втыкать для конфигурации, это такой вывод ленивого архитектора, да, а тут мы отмем Ruby, и будет у нас по Питеру, там, отметить, отмем питон, а вот надо взять себе, наступить на горло и сделать Ansible, получить миллиард, YAML и все, вот, понимаете. Я понял тебя. Еще раз, твое предложение, если ставить его как интерпретируемую часть, во-первых, с моей точки зрения, оно вот на этапе раннего проектирования, оно и слишком как бы жирно, и с точки зрения минимальности, ну, кажется, вообще говоря, лишнее для тех задач, для которых экзекьютор проектировался. И самое главное, он же модульный. Тот функционал, который ты предлагаешь, можно сделать в другом модуле, который будет называться, мультратор модуль Python. Тогда будет указано экзекьютор Python. Ты просто предлагаешь сделать другой модуль. Я говорю, его можно сделать. Оно спроектировано. Ладно, ну давай уже потом. Да. Так, еще вопросы? Ну, вообще, кстати, можно было бы сделать что? Там просто питон дергается, там генерит какой-нибудь YAML с подстановками, а на эти постановки анчером YAML можно ссылаться. Ну, как-то вот так вот. Не засовывать, чтобы питон не выполнялся в каждой штуке, вы потом запутаетесь. Я уже не говорю о том, что… Да. Стас, я вот тут, собственно, пошел было, Женя, сказать, так сказать, в личку насчет того, что, по сути, вот я вот в этом всем вижу, вот, ладно, докопай отдельно, попытку сделать что? Завязаться на Red Hat-овский стек, потому что, а что еще у нас знакомого? То есть это вот синдром, я сбежал с винды, вот, сделайте мне как в винде. И здесь вот я вижу именно его, и мне очень не нравится, что ключевая вещь и одна из… Как бы, Миш, у тебя синдром not invented here, вот всегда. Понимаешь, это как раз наоборот, это invented not here. Ну, у тебя not invented here. Иногда надо наступить себе, понять, что, ребята, я им болею. И вот как бы иногда… Нет, это я в курсе. Просто когда, например, делается завязка на DBAS, потом обновление DBAS превращается в необходимость создавать отдельную инфраструктуру для обновления до загрузки основной системы, потому что когда мы обновляем DBAS, у нас может слететь нахрен и сеанс, и, собственно, процесс обновления, оставив систему вот так вот в раскоряку, да? Вот это вот как раз симптомы такого дизайна, извиняюсь, через то самое непрофильное отверстие. Вот, когда сперва делают винду, а потом разгребают последствия всем миром. Нет, вот, только файлы, конкретно только хардкор. В нашем случае, возвращаясь к нашим баранам, чем в альтовом случае хорош был, по крайней мере, подход, вот пока занимались альтератором, это не техническая проблема организационная, что мы им перестали заниматься, выведя на какой-то уровень. То есть уровень работает достаточно хорошо. Вот. Здесь мы расслабились, занялись более насущными проблемами. Если на чем-то его не сделай, если на что-то забить, а потом удивиться, ой, а оно что-то не развивается, ой, вот тут у нас что-то разработчиков там в теме нету. Вот. Это будет то же самое. Это не та проблема, которая решается технически. Значит, и если переходить условно со стека схема, самопальная шина и, ну, скажем так, и все вокруг этого в плане обучения разработчиков и т.д. и т.п. на стек Python, DBAS, Polkit и т.д. и т.п. Вот, мы с одной стороны расширяем, то есть понижаем порог за счет питонистов, да? С другой стороны, возможно, облегчаем начальное написание вот подвязочек за счет того, что в DBAS много чего высунуто. Вот. Дальше мы оказываемся в ситуации, когда у нас все подвязано, например, на Polkit, где мы зажмурились и говорим, ну ты же пользуешься нетворк-менеджером, я не пользуюсь нетворк-менеджером. Ну вот там же все завязано на Polkit, на котором эти дебилы,
в красной шляпе на пустом жбане. Они затащили как раз-таки язык JavaScript, да? У них была XML-ная реализация правил в полките. Они затащили туда JavaScript. Причем реализацию... Great, great mind thinks alike. Причем реализацию с GTool, понимаешь? То есть вот как бы вот в этот мир я не хочу. Я вот о чем. Мне кажется... Понимаешь, для этого надо тогда брать лапки и начинать делать. Нет, давно надо было брать лапки и делать, это первое. Второе, да. Все уже наши пользователи этим пользуются. А у меня вопрос к Ивану. Иван, у тебя хоть одна строчка написана на языке Python? Нет. Тогда о чем тут речь? Не знаю. Да, извини, и не файлы я тоже забыл. О том, что одна строчка может быть написана на языке Python, да? Я попробую второй заход, но совсем кратенько. Вот я просто заметил только что. Смотри, у тебя там парам-пам-пам в фигурных скобках. Он как-то подставляется же, да? Это имя параметра. Да, в, в сигнатуре можно потом ответить. Смотри, смотри. Короче, он подставляется. То есть все-таки это у тебя язык программирования. Ну, по сути. Но вот он вот реально вот такой вот. То есть если я захочу подставить чуть-чуть по-другому, да, это будет... Ой. И тебе очень захочется потом расширить этот язык, и ты в конце концов напишешь свой питон. Зачем? Нет, не напишу. Спорим, напишешь, да? Можно вопросик? О, слушай, так ты идешь по стопам как бы велосипедирования первого альтератора. Возможно, это карма. У меня сразу такой встречный вопросик. А почему бы не использовать стандарт IDL? Ну, то есть зачем городить вот эти вот совершенно избыточные конструкции на ини-файлах, если есть стандарты, причем они более-менее утрясшиеся? Я уж не говорю про YAML, это уже велосипеды. А вот, собственно, стандарт, на которых Корба, например, писалась. Подожди, можно я отвечу? Я же да, там все-таки вот советовал, тот, как тот делать. Самый вопрос, что такое парам и какого оно типа? Нет, парам типа string, оно в документации будет описано. Смотри, блин, Корба я IDL, а если есть конструктивное предложение, как им можно воспользоваться, давайте обсуждать. Да. Я совершенно готов выслушивать это дело, но мне кажется, что конструктивных предложений технических будет не очень много. Если будут, давайте смотреть. Спасибо. Так, коллеги, давайте перейдем к следующему. А, это у нас еще как раз обсуждение есть. Да, доклад был слишком короткий, я прям бежал, роняя кофе. Услышав аплодисменты, еле успел бежать. Ну вот, где-то он там расплескан. Но надо использовать такие возможности, чтобы прям подвинуть. Вы почти подвинули архитектуру, понимаете? Вы изменили мозги докладчиков. И вот и дадим еще шанс. Да, собственно, опять же, из того, что уже сказал лично, вот насчет стандартов, батареек, разработчиков. То есть дальше получится то, что ты с разработчиками будешь на поле технологии, там условно, Python и Python DBAS SystemD конкурировать с Red Hat. Вот. И они все тебе скажут, а чем это лучше кокпит? Так, погодите, насчет кокпита. Значит, кокпит — это ровно та же хрень, сделанная на JavaScript, которая для того, чтобы собраться у нас куски от JavaScript, если от кокпита собирается следующим образом. У нас есть хэшер, в котором собирается пакет. Внутри есть еще один хэшер, который собирается в режиме с сетью, выкачивает все из сети, собирает блоб с модулями, и вот так у нас собираются модули от кокпита. Писать на нем особо никто не умеет. Значит, самое главное, что ну, там есть вот как будто эта история с вебом, это раз, и с привязкой к сетевым библиотекам, которыми надо еще владеть, два. Ну и, в общем, я обсуждал вопрос кокпита, и, в общем, как веб-интерфейс, он неплох, наверное, вот визуально, как штука, которую поддерживать, я не очень понимаю, и как системный инструмент управления, кокпит это немного про другое, это про внешнюю морду, а тут речь идет о ядро конфигуратора, а не про внешнюю морду. Поэтому непонятно, почему здесь кокпит вообще. Вот я совсем не уверен, что у вас получится лучше при меньших ресурсах. Я думаю, у нас получится намного лучше. Ну, покажи. Так, ну что, давайте тогда продолжим примеры на этой новой концепции.